Константином и отставшего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, напоминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и начистый чин и причет церковный, братья святого храма сего, поющие во святом храме всем, строители, благоукрасители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков. Нашего безболезненный небосвязь.